Проверки грамотности весной не будет. В планы организаторов международной образовательной акции «Тотальный диктант» вмешался коронавирус. Предполагалось, что площадки проекта откроются по всему миру 4 апреля. Однако из-за сложившейся эпидемической обстановки и запрета на проведение массовых мероприятий штаб «Тотального диктанта» принял решение отложить этот крупнейший праздник русского языка. Был вариант проведения диктанта онлайн, то есть на сайте «Тотального диктанта», потому что многие люди до этого писали онлайн, но для очень многих людей посещение диктанта было такой традицией, когда приходили, на бумажных листах писали, официальными ручками, с диктатором. Чтобы не лишать людей возможности написать диктант очно, было решено перенести акцию. Она состоится осенью. А это значит, что у тех, кто планирует присоединиться к международному проекту, теперь больше времени на подготовку. Организаторы советуют повторять орфограммы и принципы пунктуации. Потренироваться и отработать правила русского языка можно на сайте totaldict.ru. На сайте «Тотального диктанта» будут действовать онлайн-курсы, те, которые были запланированы, а также в мае и летом будут новые темы, дополнительно разработанные, чтобы люди активно готовились, не забывали русский язык. Планируется, что «Тотальный диктант» 2020 состоится в середине октября. Точную дату проведения международной акции по проверке грамотности назовут 25 марта. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».